прошлых сериях. А, снова в школу, пора бежать! Контрабанду везете? Кролик, оставайся в гостинице. Надеюсь, что полет пройдет отлично. Это был самый ужасный полет. Дашкины приключения, часть третья. Я что, просто так бежала? Море! Где море? Тут должно быть море! Большинство же писало, что я на море лечу. Спокойствие, будет тебе море. На пока пляж, располагайся. Море большое, и в этот раз нам не хватило двух страниц тетради. Поэтому надставляем дополнительным разворотом. С островом и пристанью. Псс, а ты пока подписывайся и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ведь сегодня только первый день марафона Дашиных приключений. А в четвертый день мы объявим победителей конкурса. На море сегодня волны. Надеемся, с Дашей ничего не случится из-за них. Так, нужно переодеться. Кролик, ты как тут оказался? Я же тебя оставила в гостинице для питомцев. Ладно, раз ты тут, будешь вещи сторожить. Ох, жара, так здорово. Где мой новенький купальник? Наконец, можно снять теплый свитер и ботинки, а то они совсем не в тему. Готово. Так, все спрячем и закроем на кодовый замок. Все, я купаться, а ты охраняй наши вещи. Какая приятная водичка. Сколько тут красоты. Всякие морские обитатели. Спасибо дорогим подписчикам, что решили отправить меня на море. Интересно, в какие места я попаду в следующих видео? Как здорово, что еще никого нет на пляже. Хотя странно. Акула! Помогите! Спасите! Акула! Кролик, я не поняла, где наши вещи? Кролик, там были все наши деньги и документы. Ладно, давай думать, что делать. О, смотри, серфы. Я видела видео, как на море кататься. Это так легко. Я могу проводить уроки. Экспресс-обучение, как кататься на серфе, только сегодня. Мастер-класс от Даши. О, супер. Сейчас мы вас научим. Берите серф и пойдемте. Так, смотрите внимательно и все повторяйте со мной. Кладем серф на воду. Отплываем. Теперь встаем. Ловим волну. Тоже мне. Так я и сам могу по видео в ютубе. Это только кажется легко, а на самом деле вообще непросто. Похоже, серф не мое. Давай думать, что еще можно. Супер идея, давай рыбачить. Так, давай, клюй, рыбка. О, кажется, я кого-то поймала, тяжеленная. Ого! Тянись, давай, 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 давай. Это же черепаха. Съесть не получится. Давай продадим. Черепаха, продам супермилую добрую черепашку. Отличный неприхотливый питомец для ваших детей. Здравствуйте, вы продаете черепаху? Да, совсем недорого. Отлично, давайте на нее посмотрим. А, вот она. Издеваетесь? Она же только что была тут. Кролик, куда делась черепаха? Что с тобой делать? Ладно, давай освежимся в душе, а то жара невыносимая. Настроим воду. Вот, хорошая пошла. И напор отличный. Так, детеныши, занимаем максимум места, чтобы нам никто не мешал. Лёва, хватит есть песок, лучше бы пюре овощное так кушал. Ева, корона от солнца не защищает, дуй под зонтик. Мать для вас все, и зонтик тащила, и лежанку приготовила. Совсем меня не цените. Вот целую сумку для вас набрала, чтобы не оголодали. С мамой даже сфоткаться не могут, вечно кривляются. Только еда от мамы и нужна. Потом бросите маму, уедете в свои квартиры, и где благодарность? А мама потом волнуется за вас. Освежающие напитки, легкие закуски, кому напитки, налетай. Спаси себя от жажды, ну или от голода, как пойдет. Торопись, предложение ограничено, успей купить, пока не купил сосед по коврику. Самые вкусные роллы на всем побережье. Один ролл 10 рублей, два так уж и быть отдам за 20. Успей купить, лучшего предложения ты не найдешь. Да, ну и контингент сегодня. Так мне самому есть скоро нечего будет. Ладно, пойду искупаюсь. Кролик, смотри, бесхозная еда. Мой животик уже слишком голодный. Стой, ты чего? А заплатить? Прости, нас ограбили. Мы тут уже целый день. Чего просто не попросили? Конечно, угощайся.
Спасибо. Меня Митя зовут, а как тебя? Я Даша. Очень приятно. Ну все, удачки, мне пора. Ну что, кролик, давай еще один вариант попробуем. Подайте лайки на корм кролику. Один лайк, одна щепотка корма. Точно, пора детей покормить, пора обедать. Пим-пим-пим-пим-пим. Какой у меня меткий сынок. Все, теперь шевелитесь. Да, что-то попрошайки из нас тоже не особо вышли. Ну, хоть кролика покормили. Пойду еще поплаваю. Пусть мне повезет. А ты же поможешь моему везению? Всего-то нужно поставить лайк. О, уже, кажется, работает. Что тут в бутылке? Это же карта сокровищ! Скорее, нужно плыть на остров! Так, где-то тут отмечен клад. Ты еще не поставил лайк, чтобы Даша фартила? Давай скорее, ей очень нужно немножко везения. Я уже представляю себе, как пираты приплыли на остров, наполнили деньгами и сокровищами. Огромный деревянный сундук. Хорошенько запечатали крышку, так, чтобы только свои могли открыть. И спрятали его на острове, зарыв в песке, подальше от людских глаз. Интересно, а зачем было карту отправлять в бутылке? Неужели они знали, что Даша останется без денег и ей понадобится клад? А может, Даша тоже пиратка? Давайте лайки, удачи, помогайте найти уже этот клад. Он точно тут где-то зарыт. Мне очень-очень нужно его найти. Ура, я нашла клад. Давай скорее смотреть, что внутри. Отцепись. Как же больно. Надеюсь, это того стоило. Так, золото, я его не утащу, тяжело. А вот за монетки спасибо. Жаль, что их немного. Все, поплыла к кролику. Надо решать, что делать дальше.